Мирида Big Nine 500. Приезжала к нам в прошлом году. Очень хороший велосипед, легкий, с отличной вилкой. Здесь была проблема в том, что изначально стояли втулки шимановские на шариках, которые в магазине не протянули. Об этом было отдельное видео. Соответственно, втулки умерли буквально через несколько недель или месяцев катания. Мы поставили новотеки. После этого большой тяжелый человек откатался целый год. Все очень хорошо, вообще проблем никаких. Про чистку барабана я отдельное видео снял, там рассказываю, почему надо барабан чистить хотя бы раз в год, потому что туда набивается грязь, пыль, и тоже нужно очищать собачки и пружинку от грязи. А сейчас у нас просто чистка барабана, соответственно, вот про то, что я уже сказал, и протяжка спиц, потому что человек большой, тяжелый, колеса немножечко восьмерят, нагрузки идут, и раз в год желательно любые велосипеды и для больших людей, и для обычных людей перебирать и протягивать спицы. Соответственно, осенью к нам приедет клиент, мы ему посмотрим вилку, обслужим вилку, потому что сейчас уже смысла обслуживать нет, уже начало весны, а обслуживать вилку надо хотя бы раз в сезон, лучше почаще даже. И, соответственно, скорее всего, у него будет износ трансмиссии за сезон, потому что, видите, уже зубчики вот такое вот состояние имеют. То есть, скорее всего, или осенью, или зимой клиент приедет, обслужим вилку и поменяем трансмиссию на что-то более подходящее, потому что такая гигантская сковородка, в принципе, не нужна. Но вот уже, получается, год он отъездил, еще год отъездит. И посмотрим, опять же, может быть, еще раз барабан почистим, сколько за лето грязи в него набьется. Вот такой вот у нас эксперимент. А так все хорошо, то есть переключатель не настраиваем, тормоза не настраиваем, все работает отлично. Но, опять же, придется, наверное, колодки поменять, задние, передние в отличном состоянии, а вот через сезон замена, опять же, задних колодок. Так что следите за велосипедом, будет чисто и будет служить долго.